Опять же, хочется сказать слова благодарности нашим партнерам. Сегодня это сеть магазинов «Олимп». Ребята из «Мосигры». «Мосигра» — это не только магазин настольных игр, где каждый может найти и игру, или подарок по душе. «Мосигра» еще проводит классные игротеки на всех интересных городских мероприятиях, а также в уютных кафе и внимание, у вас дома это также возможно. Все это «Мосигра». Еще один партнер зеленого марафона во Владивостоке – Тихоокеанский флот. Сегодня у нас, кстати, уже совсем скоро ждут показательные выступления 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОВ. За то, чтобы мы задыхались от жажды, ни в коем случае это невозможно во время зеленого марафона и во время любых беговых мероприятий. Наш партнер за это ответит. «Славда Групп» – лидер на Дальнем Востоке по производству питьевых и минеральных вод, а также напитков на их основе. Сегодня всех обеспечит жидкостью для того, чтобы восполнить потерянные запасы во время прохождения наших беговых дистанций. Ну, а нас радует то, что, опять же, увеличивается количество наших гостей и участников сейчас на нашей площади. И мы даем старт зеленому марафону по всей стране. Традиционно это происходит именно здесь, во Владивостоке. И далее уже по 60 городам побегут люди в зеленом марафоне от Сбербанка. Увидеть все происходящее у этого события абсолютно других разных громких, шумных и прекрасных мероприятий можно будет благодаря холдингу «Прима Медиа», который включает в себя 11 подразделений в 11 регионах России. Приоритеты «Прима Медиа» – это качество, достоверность и скорость. Спасибо, команда! Вы семья и друзья! Спасибо! Мне пока!
большое спасибо организаторам, Сбербанку, который уже в седьмой раз организует подобное мероприятие. Это, конечно, подчеркивает их участие в тех проектах, которые действительно нужны людям. Сегодня 60 городов участвуют в этой международной акции, и Владивостоку выпала честь стартовать, стать первым городом на Дальнем Востоке, от которого пойдет волна добра по всей России. Зеленый марафон уже стал традиционно народным. Он проходит в более чем 60 городах нашей страны. Уже даже стал международным, потому что проходит в Казахстане и на Беларуси. Соответственно, в этом году у нас зарегистрировано более 2000 человек во Владивостоке. И он должен стать самым еще и массовым, самым интересным. Поэтому дистанция 4,2 километра позволяет пробежать абсолютно всем в разной степени подготовки, разного возраста. Причем спортсменам показать выдающийся результат. А тем, кто не подготовился физически к этому мероприятию, абсолютно безболезненно для здоровья освоить эту дистанцию. Чуть посередине.